Всем привет! Сегодня пытаемся играть в Blade Symphony. Симфонию меча. Игрушка относится к категории сложных. Почему? Ну, чуть позже увидите. Так, игрушка запустилась. Открываем обучение. Ну, раз симфония меча, соответственно, мы играем с мечом. Так, есть противник. Так, мне нужно прыгать. А, так, сейчас оно запущу. Загрузилась эта середина тренировка. Кто-то, видимо, запускал без меня. Так, вот, начальная тренировка. Так, бегаем. Так, бегаем. Уклоняемся. В последнее время выходит довольно много игр подобного жанра, но более простые. Играть, конечно, лучше на джойстике, мышкой довольно неудобно, особенно проводить сложные комбинации. Ну, в принципе, остальные действия изучили. Сейчас типа подеремся. Пошли спарринги. Блокирование. Даже при блокировке энергия вычитается. Лучше уворачиваться. Когда противник блокирует, лучше всего делать захват. Подобные принципы во многих играх. Катя пытается захватить. Должен в это время успеть захватить сам. Тут очень много завязано на ту реакцию и на действие при этом. То есть тебя пытаются захватить, ты должен захватить в ответ. Тебя пытаются ударить, ты должен увернуться. Причем очень часто никаких подсказок нет. Ты должен успевать это сделать. По малейшим движениям противника. Так, какой-то
убить вашего противника. Так. А. Атакуйте, когда противник атакует. Так как есть движение вбок, вверх, вниз, соответственно, надо еще и пулю дать. И успеть нажать определенные клавиши. И походу я проиграл. Но это обучение, поэтому я бессмертный. Так, что такое? Так, есть разные варианты движений: быстрый, сбалансированный, тяжелый. Соответственно, быстрый наносит быстрые слабые удары, тяжелый наносит медленные и сильные удары. Сбалансированный, средний по параметрам. Можно переключаться прямо во время битвы. Ну, по крайней мере, в обучении так, в простом полном тоже можно. То есть можно нанести пару быстрых ударов, переключиться на тяжелый стиль, переключить и начать быстро и переключиться на быстрый стиль и выбить противника уже быстрым стилем. Вот он как раз, противник использует быстрый стиль. Движения небольшие и довольно шустрые. Так, Суколин, я еще не привык. Так, выиграть его, понятно. Ну, в принципе, бота выиграть не так уж сложно. Ну, есть большие проблемы. А, ну да, я же бессмертный. Так что тут ничего не поделать. Проиграть невозможно. Так, я прошел обучение. Первое. Теперь идет следующее. Так, ударить пока. Идет захват. А. Боже, блин, три раза. Угу. Как пытаешь противника, можно делать разные захваты, пить глазки, удары. Ну, если успеешь, конечно. Бей бота с восстанавливающим ударом. Ваш момент восстанавливает жизнь, вы должны его победить. Спрыгните. Что-то мне мучится. Что-то неправильно делаю. Оружие. Можно кидать разные точки. Соответственно, противник тоже может их кидать. Так, есть. В принципе, более-менее разобрался. Давайте сыграем онлайн игру. А, так, сейчас обучение поставлю. Ой, обучение-то далеко не маленькое.
движения, удары и прочее. Так, найти дуэль, карта любая, режим любой. Так, загружается. Так. Есть два стиля, которые здесь сложились. Аркадный и классический. Ну ладно, прямо в аркадном. Там не сильно отличается. Ну, по крайней мере, для меня. Для других уже будет большая разница. Так. Быстрее. Сейчас. Так. Сейчас появится противник. А все битвы происходят в таких комнатах. Ну вот, в общем, ждем оппонента. И что-то их нету. Интересно. Что-то я неправильно нажал, что ли? Секрет. Или просто игроков мало, поэтому приходится долго терпеть. Так, пока попробую привыкнуть немного к управлению. Бег, прыжок по стенкам. О, появился противник. Это уже человек. Живой юзер. Так. Фига. Да, так можно поиграть. О, да, он недавно же с кем-то бился. Выиграл кого-то. Ну, я не смог немножко вырваться по времени, так что вполне ожидаем, что я проиграл. Так, второй раунд. По-моему, до трех или до пяти. Так, да, вот, три раунда. По русской жизни видно, что этот win-loss очки. Какой он шустрый. А там быстрым режимом все-таки биться. Ну, давай, 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 давай. Ну, в общем, вот такая вот получается игрушка. В принципе, игра довольно простая в плане возможности. Точнее, геймплея, то есть есть комната небольшая, ну, деремся с противником. Как его у них странно. Есть персонажи. Персонажи почти у всех одинаковые. Тебе нужно только успевать реагировать на противника. Чем лучше среагируешь, тем больше разных возможностей. Ты можешь провернуть довольно большие комбо. И чуть ли не в одно комбо победить. Я еще немножко поиграю, пока микрофон включаю. До скорых встреч!